Ман жуурчанбегинде Шагынбек Калажузем пирин малдан ялдыргызынже бульжеш районзынже бульжеш халот паян республика буштухе кына республика жайынже пидемлетле шамбада пидем туны эсене меншитменлик сене малала мен думалызыне республика буштухе Михаил Васильевич пидембек теплен калаза суцеяма майду заваде шамбада и бир шак калажаванде баянхи Тилбулова районда малладан забузать шене программу земдуза хам районзынде ялзынде тебе хуже выдаться, если мы нашим. Хамер коллектив для себя еще известен. Я бир училищан техникуму, кучма пулдардамар правительство был с небе. Менжен известен. Херли Джудай, Едерне, Мургаш, Елик район звали специалистами. Я хуже жалко не вали хадрлеме. Перечу уща баде. Ты жерде. Шагынбек учреждение хупно был засан. Халь берин, что ужил забирать. И кем же, мне ивр был засанда, перин, матбаза де перинде, волынджин, министерство образования, правительство, уйду бабыр засан, пере алкшалт хупса, кларзая маща, пере пушму адражаща, ща вон бада, пельдер, иги миллион, и кларах, и бер, крыш, дума булдардамар, кажал да бере, укша уйр забарашин, ща вон бада, ща кескенгала засан, правительство бушнебе, и бер малада, а дал он забырашин. Пирни республика лайшлер из Аршлада, Халинде Кашни район дах пирн спорткомплексем, Борунда Атя Зем, школа Атя Зем, спортсмен Земде, Укша Зрах, Шюриме Булдараще, Вунда Ижеще, Чилайхе, да, и Юлашки Вахатранде, Ченджи Жайра выступат Таваган, спортсмен Зенеде, пирни республика поддерживает Тавать, в Зене лайх стипендий Земду Забадеш, Халинде спортсмен Призакиджи Булзасен, в Зем стипендий Леще, Малдан единовременно здесь Шанбек стипендия Каран Кашный был у их Каран у их сирен дюлеми тюлеще. Был чинахта положать, был стимул жам на ксине. В зине кура те призем где Шанбек их труд наш в зем хищен. Райх лайх результат всем гадардашин. Михаил Васильевич Хайни, о чё день депиде ущен кадарца баде республика Мелья Адалан Забан Пыны Берги лайхини зем Адалан Титила и Лайх Янзембур, ну, сейчас в Атрах, где вы проносили на Джаридебур. Уйрумах перен Иртне Зюл, Ивар Бульте, Ялхучал их жень, Малдан, Борам хуже, Кибезян дал их тогда чрезвычайное положение объявить турыш. Айран, Кергунесице, Сам, Борам, Шумарзем, Кариш, Уйрумах Шарулми, Пухсагерт, Надаль Детила, Пызак, Шухаду Землю, Сремер. Это хашпар хужала синдевать. Алла процент, сирам бадр процент, кун бригиде Михаил Васильевич сказали, ну шандик сембур, это кунда малашнихи, бриги калас ползасан, выпадшала хин день, республика хин день, это Российская Федерация хин день, Российская Федерация хин день, положу земзем, иртне жил хин день сахалмар буласи, там бада бур майземде, выгодла сюрагинде, ахсахварса, буштарзайми, матпадим майзембур. Чеваш пошелых Академии симфоник опил мне ярце понимай, щак наглашен. Че не бегте, ирт не жил, кщалги жил, темелле. Пере пиде нумай пулуше. Пулушеве волпульче музыка инструмент всем или сибирги. Пере симфоний оркестрен штатне хужа сибирги. Щавам бадай бы пиде, щавам мирги калашен самах, тавда бушен самах не калашен. Мы же здесь сегодня пере янженде культуры министерстве, финанс министерстве, потому что прежде сегодня пере правительство полушмазасан, че не бегте профессии лежа янжен коллектив всем, возьмем пиде на зарбу мабудараща. Понимаете, подведение долга – это всегда некая зачетная книжка тем планам, которые были даны в начале года. Я могу сказать одно, что я услышал для себя лично главное, что во всех этих цифрах, во всем этом громаде планов, во-первых, я услышал, что мы должны жить посредством, то есть надо иметь баланс между желаемым и возможностями, это во-первых. А во-вторых, я услышал
забота о каждом человеке. По сути, глава сегодня говорил в разделе каждого человека, конкретного жителя нашей республики. Это касалось и заботы по МФЦ, по ЖКХ, значит, по социальным программам, по строительству и вводу жилья. Причем цифры были даны в разделе конкретно на семью, на человека, на гражданина. Я считаю, это самое главное послание. Это значит, что мы у нас на Чувашской земле работаем без пыли, без шума, спокойно, без помпы. Занимаемся тем, чем должна заниматься государственная машина. Работаем на благо и на повышение качества жизни наших жителей. Конкретика проста. Мы ввели, допустим, жилья в этом году достаточно много. Да? 10 тысяч семей смогли улучшить свои условия. Из них 3,5 тысячи семей смогли улучшить повторно свои условия. Значит, то, что касается социальных программ, то, что касается компенсации по ЖКХ, по льготникам, там же по каждому человеку были развернуты цифры. То есть, в принципе, доклад структурирован и сделан таким образом, что любой человек, даже без специальной подготовки какой-то финансовой, может понять, о чем идет речь, и может найти себя в этой системе, в этой структуре доклада и примерить свои возможности, свое место в обществе, в жизни через призму этого доклада, с тем, чтобы понять, в какой точке мы сегодня находимся. По слабым местам мы тоже работаем. Допустим, была проблема по компенсации процента за кредиты в системе сельского хозяйства. 204 миллиона было долгов. Разговор тянется давно, уже набил оскомину. В этом году мы проблему-то решили, 500 миллионов получим. Очень известный там вопрос для оппозиции, это всегда был лице имени Лебедева, который сегодня по техническому состоянию не может работать, функционировать. И вот это все муссировалось, муссировалось, муссировалось. Глава четко, понятно сказал: ребята, будет лицей, будет на базе музыкального училища собран, 150 человек там будет учиться, ничего мы не забываем, все будет как и есть, даже еще лучше. Когда такие конкретные ответы есть на конкретные вопросы, на конкретные вызовы, это я и называю заботой о каждом человеке. Я считаю, главная задача правительства – это повышение уровня жизни населения. Если вот с этой задачей правительство справляется, то фактически оно выполняет свои функции хорошо и добросовестно. Я считаю, что по итогам 2013 года в этом направлении сделали немало. Об этом говорит, во-первых, и рост средней заработной платы в Чувашской республике. Для меня важно рост средней заработной платы в системе образования. Оно есть и значительное. Это рост заработной платы работников учреждения общего образования почти на 30% и работников учреждения дошкольного образования. Это более чем в полутора раз. Это важно. Об этом говорит и увеличение рождаемости. У нас впервые в 2013 году превышение рождаемости над смертностью и рост числа семей, многодетных семей, почти на 10%. Это тоже важный признак, фактически, роста уровня жизни населения. Конечно, задачи стоят большие, но что я отметил, существует некоторый дисбаланс в подготовке кадров у нас существует, потому что спрос производителей в кадрах превышает фактически 4 раза число людей, стоящих в службе занятости. Значит, надо нам образовательным учреждениям, особенно высшего профессионального образования, надо профориентировать население, будущих наших абитуриентов. Доклад был всесторонний. Доклад отражал многие жизненно важные проблемы, в частности, которые беспокоят повседневно наше население. Мы в общественной палате с ними тоже сталкиваемся. Такие, как, значит, чаяния обманутых дольщиков и те вопросы, которые решаются с тем, чтобы поправить положение, а положение действительно улучшается. И вопросы ценообразования и повышения оплаты за коммунальные услуги. Часто и общественная палата этим вопросом занимается. Они нашли отражение сегодня и в докладе главы республики. И глава убедительно показал, что влияние правительства на эти вопросы достаточно серьезное. А главное, я вынес сегодняшнее мероприятие впечатление, что многие вопросы решаются целеустремленно, и, в общем-то, можно в последующем добиться гораздо более значимых результатов. Я удовлетворен сегодняшней сессии. К этому докладу, отчету главы республики по итогам работы 2013 года можно
как бы тему развернуть вокруг всего, как депутата, как руководителя одного из крупных предприятий. В общем-то, как голосование уже показало, единогласно поддержало и как бы приняло к сведению доклад, отчет работы Кабинета министров за 2013 год. Это тоже говорит о чем-то. Как депутат хотел бы сказать то, что все начинания, все те новые направления, которые вырабатывает структура главы республики, Кабинета министров, мы, конечно, как депутаты поддерживаем, дополняем, если есть какие-то свои идеи, в конечном итоге, чтобы экономика Чувашии, в принципе, и сама Чувашия развивалась правильно и тем темпом, который определяет нам как бы государство России, как наша страна, чтобы мы выглядели не хуже других. А как руководитель предприятия одного из крупнейших в республике, ну, нам комфортно работать в республике. Все эти правила игры, формула игры или работы, скажем так, которые дает государство бизнесу, они работоспособны, они имеют право жить, и к нему еще приложить желание, как руководитель предприятия и как бизнесу, в итоге, в конечном-то итоге получается динамика, получается рост.